Ну, всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь на станции Шин-Яригаока. И, как видно, здесь еще иллюминация. Да, сегодня уже, ну, у нас середина февраля примерно. Вот здесь в супермаркет я вот заходил, немного позатарился. В общем, что могу сказать? Ну, в Японии до сих пор иллюминация, так что те, кто не успел на нее в январе месяце или в декабре, может еще съездить в феврале и посмотреть. Кстати, на улице сейчас плюс 20, где-то 22 градуса, очень тепло. Сегодня прям теплая погода пришла в Японию. Прям все вот ходят, вот видите, в футболках легких там, в таких, скажем так. И не скажешь, что здесь зима или там холодно и так далее. Вот, как видно, здесь еще и идет елка. То есть иллюминацию не сняли, можно посмотреть на это. Конечно, вечером здесь очень красиво, днем здесь не так красиво, потому что все это как бы не светится, а вот вечером прям это все выглядит очень классно. Вот там, кстати, еще и торговый центр тоже с елками там. С этими до сих пор там висят снежинки всякие и так далее. Вот здесь вот Яригаока, там Шин Яригаока на ней написано, на этой елке. Все достаточно красиво выглядит, так, в принципе, даже несмотря на то, что здесь как бы это из гирлянд сделанная елка, но выглядит достаточно красиво. А вот это на самом деле типа как пирамида, это там фонтанчик. То есть, да, это фонтанчик идет. Вот, здесь вот идет эти самые лампочки. Окей, а, ну, вот, кстати, здесь вот есть вода, да? Вот, то есть там вот не было, да? Вот, то есть он выключен. Здесь просто воду залили. Вот она вот так вот, водичка здесь. Достаточно интересно выглядит, красиво. То есть здесь вот можно так вот пройтись на ту сторону. Выглядит все достаточно красиво. Ну что самое главное, никто эти гирлянды никто не тырит. То есть я вот думаю, что в некоторых городах бы, ну, вот, где-нибудь в СНГ или в России, давно бы стырили. Ну а что, вот, да, взял, отцепил, да и пошел. Кобеля здесь все это. Вот, а здесь как бы висит, да и никому это не надо, что-то там тырить, брать. Вот, все достаточно здесь. Удобно сделано. Можно переходить туда, переходить сюда. Вот, кстати, там вот впереди тоже, по-моему, иллюминация, но что-то ее плохо видно. Сейчас мы пройдем еще вот в ту сторону. Там тоже есть иллюминация небольшая. И я покажу вам. В принципе, место достаточно людное. Здесь очень много людей гуляет вечером. Потому что, ну, как бы, очень много торговых центров, очень много разных магазинчиков. Вот, супермаркет вот этот, Итоё. Икада — это известный продуктовый супермаркет, в нем продается очень много разных недорогих продуктов. Вот. В принципе, можно купить домой что-нибудь себе там покушать, попить. А там внизу находится это, автобусная парковка, то есть конечная станция. Только автобусная, конечно, но и это такси. Вот, вот там спуск идет туда вниз. Там конечные автобусов и также разные кафе, рестораны и такси. При этом это все дело как бы работает где-то до 12 часов. О, здорово! Че, гуляешь? Ага. Ну давай, еще увидимся там. Ага. Вот, друзья тут, знакомые встречаются. Вот, как бы не так часто встретишь здесь русских, но в принципе это, ну, как бы интересно достаточно так с кем-нибудь увидеться.
Потому что редко очень бывает, увидимся вообще. В Японии все заняты, у всех свои дела, семьи и значит, работа. И не у всех есть свободное время, чтобы погулять, куда-нибудь сходить на выходных. Ну вот, как видно, здесь вот, в принципе, достаточно хорошо оформлено это все, красиво. Вот такси стоят, то есть ждут людей, кто вот поедет на такси. Ну, в принципе, сейчас время еще не такое позднее, поэтому люди ездят в основном на автобусах. Поэтому как бы на автобусе здесь как вариант удобнее ездить. Вот здесь идут, называется My Lord, как-то так, что ли. El My Lord. Да, вот такая вот тоже типа импровизированная елка из гирлянд. Да, погода сегодня хорошая, прям прогуляться можно прям отлично в эту погоду. И в принципе, не так сказать, не холодно. Ну, а здесь вот аллея заканчивается. Там раньше тоже было, скажем так, тоже иллюминация на той стороне, вот за светофором. Тоже гирлянды там на елочке красиво все висело. Что-то ветер поднялся. Ну а сейчас уже все поснимали, уже поздно, потому что и как бы вроде как уже январь прошел, все, и иллюминации во многих местах уже снимают. Вот. Но где-то все-таки остается, как здесь, например. Вот. Ну все. Я думаю, мы дошли до конца. Вот. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. До связи!